А во Фэйви, сегодня мы смотрим клип нашего бустера Алены, АК-красотки, BTS Magic Shop Live Performance. Я Варсенсей, и поехали! Okay, let's get it. Mangseorideun geul nara. Jinsimeul manhajeo. Geulguk da hungjeotjeollo dolaoneunika. Haemin naeram deoneun mal. Haejeon geoya. Eunneun naege daeljeolge. Magic Shop. Это у нас был Fake Love, и они заходили в Magic Shop и отдавали какие-то предметы. Короче, это все, видимо, идет к Fake Love, потому что это как бы не приквел, но около того. Но текст опять не вяжется. Но звучит красиво, даже очень зачетно. Show me.
Очень противоречивые чувства. По звучанию круто. По исполнению, как всегда. Текст. Писали, что у них текста можно воспринимать как для армии, как и для кого-то, какого-то человека. И этот трек, опять же, не исключение. Он очень красиво написан, во-первых. Во-вторых, опять же, интерпретировать можно как угодно, как послание, как взаимодействие между армией и BTS, как взаимодействие между какой-то парой. То есть текст написан красиво, но я вообще не... Ну, я не понял, точнее, сам текст в... Точнее, ну, не в отрыве от Fake Love. Непонятно, просто связаны ли они. Короче, единственное, что я нашел, что отметили люди, сказав, что лирика хорошо написана и показывает взаимосвязь между артистами и фанатами. Когда, как говорил сам Чонгук, когда армии устали, эмоционально истощены или переживают трудные времена, они могут открыть дверь в своем сердце и войти внутрь, а мы там. Как в Magic Shop. Тоже имеет место быть. Мне, конечно... Алена написала, о чем она. Но, по-моему, она написала, что там тоже про какое-то взаимодействие. Напиши в комментариях, о чем она. Интересно. Потому что я до конца не понял. Но, блин, как он офигенно звучит. Просто прям... Фу. Ну, и опять же, живое исполнение, это просто прям изюминка. Великолепно. Так что так, красотка, Ака, Алена, большое тебе спасибо за подгон. Также спасибо всем нашим бустерам, всем, кто поддерживает, чатику, комментаторам, всем-всем-всем большое-большое-большое спасибо. Ссылочки на наши бусти и инстаграм, телеграм, ты можешь найти в описании. Залетай, подписывайся, будь частью нашей семьи. На этом все. Я ваш сенсей. Обнял, приподнял. И всем пока.